допустим, размер. Сейчас приходит айфон. В Российско-армянском университете состоялась лекция, которую прочитал Андрей Пуртов, директор программы MBA трансформации Франхикс, куратор Британской высшей школы дизайна и опытный преподаватель в таких учебных заведениях, как МГУ имени Ломоносова, Стокгольмская школа экономики и Дальневосточный федеральный университет. В своей лекции «Маркетинговая стратегия и бренд-менеджмент» спикер рассказал, как глобальные изменения влияют на различные рынки. Лекция охватила ключевые изменения на рынках продуктов питания, образования и туризма. Участники смогли узнать о современных подходах к разработке маркетинговых стратегий и построению брендов.